Скажи, пожалуйста, где мы находимся и что здесь происходит? Да, я надеюсь, слышно все, что мы будем сейчас говорить. Мы находимся сейчас, только что мы провели вторую встречу с другими клиентами. Это называется pre-drywall meeting, то есть это встреча до того, как поставят на стены, прибьют гипсокартон. Вот видите, он пачками стоит здесь уже по всему дому. Вот до того, как его прибьют, делается вот такая встреча, то есть мы обходим дом, в котором уже стоят блоки, дерево, перегородки, проведены трубы, проведено все электричество, точечный свет, все, что клиенты заказывали как бы специально под себя, мы прошлись по всем этим пунктам, мы все это проверили уже именно визуально, мы это увидели, посмотрели, и вот сейчас как бы в принципе этот дом, он чем очень хорош, интересен. Здесь у нас есть гараж, отдельно стоящий, и над гаражом есть апартамент, так называемая маленькая квартира, с отдельной ванной, с отдельным санузлом, с отдельной стиральной сушильной машиной, и даже будет маленькая кухонька. То есть такая квартира дает возможность вам ее сдавать, и эта квартира будет оплачивать часть вашего дома, вашего ипотечного кредитования, если вы взяли финансирование, ипотеку. Или у вас есть член семьи, который, как, например, взрослый сын или дочь, которые уже давным-давно хотят отделиться от родителей, родители не хотят отпускать, они отдают им вот это помещение, сейчас мы туда пройдем, посмотрите. Но при этом они живут рядом, как бы, вроде все бы... под контролем. Отдельный вход, да, отдельная кухня, отдельный унитаз, но все под контролем. Давайте мы вам покажем, то есть вот сейчас мы на первом этаже, первый этаж, он весь блочный, пока еще гипсокартон нигде не уложен. Полы, вы видите, только еще бетонные, еще ничего здесь не делалось. Это вот будет наша кухня, это остров на кухне, то есть, как видите, все подведено, все трубы, все, что будет, все провода, электричество, подсветка под кабинетом, под шкафчики, все проведено. Давайте покажем вам второй этаж этого дома, наверное, так, чтобы вы видели, как это выглядит. Прошу прощения, очень жарко, мы все обливаемся потом, потому что закончили эту встречу. Вот наша лестница, то есть, естественно, она делается из дерева, уже перила стоят. Итак, мы поднялись на второй этаж. Здесь располагаются спальни. Как хозяйские, так и детские спальни. Ну, пройти здесь проблематично, потому что лежит гипсокартон вот сикось-накось. Но я попробую. Итак, я проникла на территорию мастер-бедрум, то есть хозяйской спальни. Вот она такая вот достаточно большая. Но, как всегда, мастер-бедрум, она всегда больше, чем все остальные спальни. Горы гипсокартона, крыша еще вот в таком состоянии, все видно, вот все коммуникации, пожалуйста, вот как все это происходит. Этому дому, вот этому строению, вот 4 месяца, вот это все возвели под крышу за 4 месяца. Первый этаж из блоков, второй этаж деревянный. И не из экономии, а именно потому, что это Флорида, субтропики. Ну, хватает этого. Зачем городить бетон, если и так хорошо? Смысла нет. Слишком, ну, делать двойную работу, которая будет гораздо дороже стоить. Ну, зачем это делать? Когда можно все построить дешевле и примерно с тем же результатом. Все дерево обработано, оно не просто так. Здесь поставлено, его обрабатывают от жучков, паучков,
и прочих короедов. Крышу потом будут также изолировать, утеплять, чтобы дом не отпускал холодный воздух летом и теплый зимой. Клиент еще вопросы парочку было, отозвала задать. Ну вот мы на втором этаже, в принципе, конечно же, ничего не понятно. Мы видим только перегородки из дерева. Ну, я понимаю, что вот одна спальня, вторая спальня, санузел, главная. Вот сейчас вот это главная спальня. Так, сейчас вот мы в главной хозяйской спальне. Здесь они добавили окна. Вот это дополнительно было окно сделано, чтобы была более светлая комната. Конечно, сейчас вы не видите очень сильно светлой комнаты. Но как только поставят гипсокартон, как только покрасят, дом будет очень светлый, красивый. Угу. Хозяйская ванная. Например, вот когда спрашивают планировка дома, что вы можете изменить. Вот, например, как раз здесь эти покупатели, они добавили окно. Это называется окно-картина. Оно не открывается, оно просто окно-картина. И вот здесь у них добавлена такая ванная. Она называется садовая ванная. То есть достаточно большая, объемная. Здесь будет большая душевая кабина у них очень. Соответственно, здесь унитаз и вот здесь две раковины для хозяина и для хозяйки. То есть они добавили вот эту зону, это стоило им, если я сейчас правильно помню, что-то около 6-6,5 тысяч долларов, вот только сделать, чтобы было именно с этой ванной. Вот гардеробная, кстати, посмотрите, какая большая, даже отсюда видно, какая большая гардеробная по площади. Как комната, да? Да, достаточно большая гардеробная, ну, я не знаю, сколько, да, по полу видно, то есть по очертанию пола можно понять, насколько большая. Вот, и вот здесь в окна мы уже видим с этого второго этажа, с хозяйской спальни, по сути, мы с вами видим вот этот апартамент, эту квартирку над гаражом. Вот, это гараж отдельно стоящий, и вот это, получается, квартира. Вот сейчас мы туда зайдем, покажем вам, как это выглядит. Это отдельная опция? Это отдельная опция. За эту опцию клиенты доплачивали 40 тысяч долларов. Но почему она очень удобная? Потому что за 40 тысяч долларов я никому не могу купить отдельно стоящую квартиру. А здесь у вас это есть, и вы можете ее сдавать, и это будет оплачивать частично ваш дом, в принципе, неплохую часть вашей ипотеки. Поэтому это очень хорошая опция. Кто может себе позволить дополнительно эти 40, 45, 50 тысяч долларов, поверьте мне, они того стоят. У меня уже сейчас стоят в очереди клиенты на такие подобные варианты домов с квартирой над гаражом. Ну, пойдемте мы туда, мы вам покажем, как это выглядит. Начинает вот сегодня вот этот фундамент укладывали. Рядом вот уже блоки поставили. Здесь уже отделочные работы начинаются. То есть... Вот этот дом, чем хорош, он находится на угловом участке. Ага, угловой. И вот так видите, снаружи видно, вот гараж отдельно стоящий, наверху у нас апартамент. Вот сейчас мы туда зайдем, посмотрим. Например, вот дом соседний, видите, они эту опцию не взяли. Ага, у них просто гараж. А здесь вот так вот выглядит, пожалуйста. Машина отдельная вот для этого апартамента, для этой квартиры. Вход как раз-таки в гараж и вход в квартиру. То есть она полностью автономная, да? Да, абсолютно. То есть вот вход, пожалуйста, отдельный вход. И пошла лестница на второй этаж, пожалуйста. Так, сейчас я
покажу лестницу. Да, и лестница на второй этаж. Угу. Здесь у этих клиентов эта квартира. Вот отдельный кондиционер будет полностью стоять здесь. Угу. У них сделано сейчас это как студия. Но здесь застройщик предлагал возможность поставить стену. И получается вот эта спальня. Угу. И у нее вход в санузел, отдельный санузел. Здесь получается зал. И вот здесь маленькая ваша кухня. Небольшая. То есть вот она, эта кухонька, вот здесь будет выстроена, вся кабинеты будут повешены, шкафчики. Получается, видите, окон очень много, очень светлый такой домик. Так что можно оставить как студию. Можно поставить стену, перегородку с дверью. Пожалуйста, у вас будет спальня и зал. Так что очень-очень это выгодная опция. То есть такой дом моим клиентам обошелся в пределах 470 тысяч долларов, минус вот эти 40-45 они заплатили за эту квартиру. У нас получается где-то сам дом стоил бы им 430 где-то тысяч, плюс вот эта квартира над гаражом. Но это хорошее вложение. Это очень хорошая опция, потому что когда пришли клиенты, они абсолютно даже не думали об этой опции. И откуда я они тогда? Я им показала, я познакомила их с таким вариантом. И они поняли? Я показала им преимущество этого варианта, как говорится, на черный день, такой, так называемый такой вариант, или для удобства разделения, например, двух семей, двух поколений, или вырос сын, дочь, как я говорила уже, да, хотят отдельно, пожалуйста, отдельно, но вроде под боком у мамы и папы. А кто-то родителей селит, кто нормально поднимается по лестнице без проблем. Поэтому им понравился этот вариант, они увидели в нем потенциал. Здесь мы строим еще один такой же дом, только чуть-чуть другая планировка. Вот сегодня мы как раз сделали тоже встречу по плану. Это была тоже удаленная у нас встреча. Сейчас мы вернемся, быстренько снимем фотографию для клиента, где уже начали разрабатывать его землю и начинают строить. Там другая планировка. Ну, а этот дом, в принципе, будет готов в конце октября. Так что мы надеемся, мы вам покажем, когда он будет готов и как он выглядит. Ждите обновлений, чтобы посмотреть. Мы находимся в Винтергардене. На всякий случай, если я не ответила на какие-то вопросы. Город Винтергарден, то есть рядышком от Орландо 15-20 минут, в зависимости, как вы едете, естественно, и куда едете. Стоимость я упомянула, 470-475 тысяч этот дом стоит с таким вот апартаментом. Возможен кредит финансирования? Конечно, да? Да. Эти клиенты берут как раз таки ипотечное кредитование. HVA здесь достаточно небольшой, он что-то около, если я не ошибаюсь, около 70 долларов в месяц. Здесь есть бассейн, здесь есть футбольное поле. Теннисный корт, я теннисный видела. Теннисный корт есть, да. То есть как бы все такое необходимое, без всяких каких-то таких больших излишеств и так далее. То есть здесь есть все необходимое. Так что мы вам, пожалуйста, обязательно покажем этот домик уже в готовом состоянии. Смотрите за следующими видео. А мы пойдем в кондиционер, в машину. Очень жарко. Всем пока. Всем пока-пока.